Здравствуйте, с вами Анна Спицы, и вы на моем канале о вязании. Сегодня у нас с вами снова сериал «Шивание игрушек», и мы будем с вами сшивать сегодня вот такие вот ножки-рыжику. Это у нас закрытая деталь туловища и закрытая деталь лапы. Но при этом лапа у нас, смотрите, здесь у нас основание плоское, а здесь оно выпуклое, но мы будем пришивать его вот так, как бы сверху лапы, не с туловища. То есть мы сначала с вами сошьем вот здесь, и потом аккуратненько вот так перевернем и будем сшивать уже туловище с лапами, вот так. Для начала мы с вами закрепляем портновскими иглами лапки, смотрим, чтобы это было ровно, я уже наметила, и обязательно закрепляем иголку с ниткой. Подробно о том, как я закрепляю нить и подготавливаю к шиванию, смотрите отдельное видео на моем канале, ссылочка будет вот здесь, либо проходите под этим видео, будут все необходимые ссылки. Все, приступаем к шиванию данных ножек. Я переворачиваю кота, у меня сделаны разметки, я уже заранее сделала утяжку лап. Если вы тоже вязали вместе со мной вот такого кота рыжика, то, соответственно, вам тоже нужно сделать утяжки лап заранее. Вот утяжку лап я еще пока не сделала, но ничего страшного. Вот на ногах просто неудобно будет, поэтому я сделала это до того, как буду шивать. Подробное видео также есть на моем канале, который так и называется «Утяжка лап». Ссылочку смотрите вот здесь, подсказочку, либо переходите под это видео, там все есть. Итак, булавочку отодвигаю, чтобы было понятно, как я сшиваю. Я вожу иголочку в первый сегмент нашей косы. Вот у нас идет коса, это наши петли. И вот я вожу в первый сегмент, вот так, снизу вверх. Оп. Затягиваю нить, подтягиваем. Далее, параллельно основанию нашей ноги, игла двигается по туловищу, захватывая необходимые петли. То есть вот так, ничего сложного нет. Ниточку подтягиваем. Опять я вожу иглу снизу вверх, вот так, на лапке. Ниточку подтягиваю. И вдоль, параллельно основанию лапы, я вожу иглу. Вот видите, она прям параллельно основанию нашей лапки идет игла. Подтягиваем. Опять в сегмент косы, он хоть и заворачивается, но я его вытаскиваю снизу вверх. Подтягиваю лапку. Игла на туловище двигается параллельно основанию лапы. Сейчас у меня вот эта лапа отвалится. Так, попробуем на расстоянии сделать. Нитку подтягиваем. Убираю вот эту иглу, переставлю. Опять, смотрите, захватываю сегмент косы снизу вверх. Ниточку подтягиваю. Здесь на туловище я двигаюсь параллельно основанию нашей лапы. Так. И все, вот последний сегмент. Он у меня закрутился. Петля закрутилась. Вот я ее выпрямлю. Так, наверное, не последний, не вижу. Вот, нет, это не последняя петля, а предпоследняя. Вот видите, а последняя, она вот тут у нас закрутилась. Сейчас мы ее тоже захватим. Так, и вот здесь, слушайте, нет, не закрутилась, но давайте все-таки закрепим вот так вот сбоку все-таки. Еще и камера не хочет фокусироваться. И здесь уже лапа отрывается. Так.
Так, все, нитку затянули. И теперь я иголку, так, убираем все портновские иглы. И теперь, смотрите, я завожу иголочку. Вот, получается, вот у нас лапа. Если мы ее оставим вот такой, она будет просто так болтыхаться. В принципе, кот тоже на такой лапке будет стоять. Но когда его возьмешь, она будет вот такая. Ну, если вам нравится вот такой вариант болтающейся лапы, можете так, конечно, оставить. Но в моем варианте, вот первый кот мой, первенец, вот здесь у меня лапки, вот видите, они пришиты. То есть они не болтаются, он четко на них вот стоит. Только здесь немножко другой вариант ноги раньше был. Ну, я решила переделать. И в мастер-классе мы уже связали второй вариант ноги. И вот, смотрите, вот болтыхающийся. И теперь вот эта часть будет пришиваться вот так к туловищу, чтобы, ну, не слишком вот глубоко, не здесь, а достаточно, вот сейчас посчитаем, раз, два, три, четыре. Вот, четыре ряда. Мы сейчас пришьем. Так, я вывожу лапу, иголку. Считаем, раз, два, три, четыре. Вот четвертый ряд. Ну, давайте я сделаю в третий. Так, воткну иголку. Сразу вот первый ряд, второй, третий, в третий, после третьего ряда. Вот так вот, если быть точным. И вот теперь смотрим, где у нас параллельно вот этот третий ряд идет к ряду туловища. Кот вот так у нас кверх ногами находится. Вот, смотрим, где у нас, вот, вот здесь. И вот теперь мы параллельно будем сшивать. Петля на туловище, петля горизонтальная на лапке. Нитку подтягиваем, опять горизонтально вот так на туловище подтянули нитки, горизонтально на лапке по одной петелечке. У меня иголка падает, бьется. Так, опять горизонтально на туловище. Но смотрите, вот эти ряды, они идут параллельно друг другу. Иначе у вас будет криво, не получится. Так, теперь давайте посмотрим, что получается. Так. Все, сейчас мы его дошьем, и будет вот так. Ну все, все прекрасно получается. Нам останется потом... А, у нас хвост тут еще скривился. Я думаю, почему он так стоит криво? И убрать его нельзя, он у нас все-таки опорный. Без этого хвоста кот стоять не будет. Так, ну вот, лапа получается нормальная. Начинаем заканчивать уже. Итак, завершим нашего котика сейчас. Так, подтянем. Теперь... Вот смотрите, вот здесь нам нужно захватить уголок вот так вот побольше. Поэтому смотрите, я захватываю на лапе этот же ряд, а на туловище я захвачу на ряд выше. То есть смотрите, мы пришивали на туловище вот к этому ряду, а я на один ряд поднимусь. Широкая петля получилась. Ну, ничего страшного. Затягиваем. Вот. Видите, вот так у нас должно получиться. Ну-ка, смотрим, как он будет стоять с такой лапой. Ну, прекрасно, прекрасно он будет стоять с такой лапой. Продолжаем. Опять на лапке, смотрите, вот у нас этот пришивной ряд. Опять я вожу иголку также к этому же ряду, а на туловище я уже пришиваю вот к тому ряду, который мы вот подняли выше на один ряд. То есть к тому нижнему ряду мы больше не возвращаемся. Нитки подтягиваем,
Так, все прекрасно стоит наш котик. И вот теперь смотрите, остался последний штрих, так скажем. Я уже иголку завожу вот таким образом, видите, для того, чтобы ее вывести ближе к основанию нашей лапки. Сшиваем, подтягиваем ножку. И вот теперь еще разочек глянем, что у нас там получается. Все прекрасно получается. Подтягиваем. Вот здесь фиксируем. Оп, мы пришли туда, откуда мы начали. Угу. Многовато я взяла, наверное, но ничего, пойдет. Итак, и вот у нас была последняя петля, откуда мы начинали сшивание. Вот на лапке я захватила эту петлю. И вот все. Я ее затянула, все. Смотрите, как ровно у нас получилось. Ничего нигде не торчит. Лап у нас выходит из туловища, как бы. Далее я закреплю сейчас ниточку. Вот тут закреплю. Вокруг иголочки два раза обматываю. Протягиваю нить. Затягиваю узелок. И теперь вывожу эту нитку в любом месте. Вот так, чтобы узелок спрятался. А вот эту выемку, которая тут образовалась, ее просто вот так вот поправлю, и все. Все, смотрите, все получилось ровненько. Смотрите, как здорово. Все у нас с вами красиво получилось. Вот поближе. Вот видите, как будто лапа из туловища выходит. Тут тоже все красиво. Камера увеличивает. Проверка, проверка. Так, все. Теперь нитку обрезаю, натягиваю на себя. Чик, она все спряталась. Так, эта лапа у меня сейчас отвалится. Так, все, смотрите, лапа готова. У нашего рыжика. Вторую лапку вяжем по аналогии. Итак, я сшила нашему котику вторую ножку. Давайте посмотрим. Вот эту ножку мы с вами сшивали вот вместе. Мы уже ее видели. И вот эту ножку я сшила одна уже. Вот так она выглядит. Вот так вот выглядят две ножки. Вот так она выглядит с этой стороны, с этой. И еще вот с этой. Так, ну вот, все, наш рыжик руки поднимает. Так, вот такие вот лапки. Достаточно симпатичные. Он на них хорошо стоит. Наш рыжик готов. На этом у меня сегодня все. И не забывайте, сшивать это просто. С вами была Анна Спица. Увидимся в следующих выпусках. И не забывайте поставить мне лайк, написать комментарий, нравятся вам такие видео или не нравятся. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. До новых встреч!